На Википедии две версии дат смерти родителей Путина. Представляете, там абзац про мать, где говорится, что она умерла в 98 году, абзац про отца, где говорится, что он умер в 99-м. После чего такой абзац. По утверждению Путина в собственной статье в журнале «Русский пионер», его мать дожила до 99-го года, а отец скончался в 98-м году. Ну, и даты тут поменены местами. И мне теперь хочется, чтобы каждая статья в Википедии подтверждалась мнением Путина. Типа Алексей Навальный, российский оппозиционер, по мнению Путина, уёбок конченый. Я понял, я понял. Курс ясен. С другой стороны, я подумал, тут нет парадокса, просто, ну, в Википедии даты смерти разных... Ебать! Все как репетировал. Нету парадокса. Улавливаете? Просто там даты смертей родителей разных Путиных. Я имею в виду, я читал журнал «Тайны 21 века». У Путина 7 двойников. Оригинальный в комеди-клабе играет. Отыгрывает Путина. Я вообще понимаю, для чего он всю эту мистификацию затеял. Просто Путин не хотел, чтобы к его родителям приезжали журналисты. Потому что, ну, мама бы достала этот фотоальбом, знаете, где Путин в колготках. И все такие: фу, Путин! Тёлка! Да? Я бы вообще хотел, чтобы его родители были до сих пор живы, чтобы, ну, у Путина был какой-то авторитет. Чтобы он забрал Крым. И мама такая: это что за хрень опять? Давай Аляску еще, может, заберет. Ты бы с Медведевым Димой не дружил, он в планшет уткнется. Света белого не видит. А у Людочки сын Алёша на свежем воздухе все время. С молодежью, с собранием у них.